Доброе утро, дорогие друзья! С вами я, Александр Михаленко. Утро сегодня по-настоящему доброе, потому что мы с вами находимся в Крыму, в профессорском уголке, на море, встречаем рассвет. Это что-то, друзья, невероятное. В общем, смотрите поскорее. Просто шикарнейший здесь рассвет. Солнце встает прямо из моря. На море, кстати, штиль. Водичка очень-очень чистая. Еще никого нет на пляжах. Я единственный, кто пришел. И сейчас мы, наверное, с вами даже искупаемся во время рассвета. Это будет очень-очень круто. Смотрите, кто вам еще покажет рассветы крымские? Никто. Особенно купание. Не знаю, у меня нет, опять полотенца нет, потому что купание не запланированное. Но вот это действительно красота, встречать такой рассвет. Просто послушать этот шум прибоя, понаблюдать за солнышком. Это очень круто. Минутка релакса, друзья. Как и обещал, идем с вами купаться. Друзья, водичка, конечно, с утра прохладненькая. То ли я еще не привык к температуре, но она безумно чистая. И купаться во время рассвета — это что-то очень крутое. Обязательно, если будете в Крыму, во время рассвета покупайтесь. Смотрите, вода супер чистейшая, просто как слеза. И такой шикарнейший просто сегодня рассвет. Нет слов, чтобы вам все это передать. Мы с вами одни на пляже. Все еще спят, скорее всего. А мы уже идем купаться. Друзья, сейчас я нырну. Меня не будет слышно, потому что микрофон попадет в воду. Я сразу прошу поставить этому видеоролику лайк, подписаться на канал. Ну, в общем, все дела. Поделитесь обязательно им в социальных сетях. Это очень важно. Но мы с вами купаемся на рассвете. Кстати, я буду купаться и зимой, поэтому зимние ролики будут шикарными. Подписывайтесь. Ну а мы погнали в эту чистейшую водичку. Купание на рассвете — это очень что-то невероятное. Однозначно всем рекомендую. Посмотрите, какое спокойное море. Какое сегодня солнышко. Очень круто, друзья. Смотрите. Красота же.
Ну что, вот таким было наше сегодняшнее утреннее купание в профессорском уголке. Думаю, многим известно это место. Напишите в комментариях, кто из вас купался на рассвете и как вам понравилось или нет. Сейчас мы пройдемся по этой шикарнейшей набережной и буду все вам по пути показывать. Посмотрите, друзья, как же здесь красиво утром. Кстати, утром тоже здесь много людей. Посмотрите, какие кактусы. Ну, здесь, конечно, все хорошо сделали, озеленили. Именно профессорский уголок этот. Все очень-очень красивое. Кстати, людей на набережной с утра, на удивление, очень много. Все бегают, занимаются ходьбой. В общем, ведут здоровый образ жизни, на удивление. Но купание на рассвете мне прям очень понравилось. Сейчас попытаемся с вами еще запустить квадрокоптер. И покажу вам немножко видов с квадрокоптера. Вот такое море. Вдруг кто еще не увидел его или соскучился, покажу вам немного. Красота на море Штиль. Кстати, большинство уже тут кафешек, заведений тоже позакрывались. Уже не работают. Одна только осталась кафешка работать, вот впереди которой все. Остальные все уже позакрывались. Вот такой лимузин, карета. Прикольный. Ну, друзья, смотрите, набережная здесь очень красивая. Здесь очень зелено. С этой стороны растут вот такие кипарисы. А там будут очень зеленые сосны. Сейчас подойдем до них, покажу вам. Ну и, конечно, это же клумбы шикарные. Посмотрите, у нас октябрь, цветут розы. Это просто что-то шикарнейшее. Вот такой рассветик. Посмотрите на всю эту красоту. Очень-очень здесь красиво. Видно, что все ухожено. Что есть здесь хозяин. Прям не могу нарадоваться. Посмотрите на это. Вот такая крымская природа. Здесь шиповник посадили. Или чайная роза, что ли. Ну, штучки похожи на шиповник, ягоды. Котейка вот встречает рассвет. Привет! Здоровый такой кот. Ладно, нам пора идти, давай. Отдыхай. Вот так, друзья. Конечно, жить в Крыму это прекрасно. Можно путешествовать по разным городам. И каждый раз видеть что-нибудь новенькое. Ну и жить у моря это очень еще полезно для здоровья. Потому что морской воздух лечебный. Если где-то в можжевеловой роще рядом живете, там супер лечебный воздух, который помогает от легочных болезней. Вот именно эта часть профессорского уголка мне нравится больше всех. Обратите внимание, какие здесь шикарнейшие кактусы. И самое главное, что мне нравится, это вот эти зеленые сосны, которые, не знаю, прям висят вот так над дорогой. Их посадили как-то под уклоном. Сейчас покажу вам все. В общем, вот такая здесь крымская красота. Смотрите, как сосны растут. Согласитесь, это очень красиво. Здесь клумбочки все высажены в кактусах, в каких-то цветах. В общем, молодцы, кто занимается этой частью набережной. Потому что здесь действительно красиво и приятно прогуляться утром. И не только утром, вообще в любое время. И насладиться вот этой шикарнейшей крымской природой. Просто пышные сосенки. И море. Море прекрасно в любую погоду. Даже в шторм или в штиле. Всегда оно прекрасно. Ну что, как-то вот так. Утренняя набережная. Все еще спят, скорее всего, большинство из вас еще спят, потому что сейчас где-то 7 часов уже. Но всем уже, наверное, встают на работу. Мы здесь ходим по набережным в Крыму. Очень красиво все. Thank you.
что, друзья, вот такой небольшой вам видеоролик из профессорского уголка. Надеюсь, он вам понравился. На квадрокоптере особо много не полетал, потому что было страшновато. Но ничего, еще мы с вами наверстаем. Подписывайтесь на канал. С вами был я, Александр Михаленко. Уже завтра встретимся в новом видеоролике. Не пропускайте. Всем пока.